Доброго времени суток всем, вас приветствует канал «Белорусское пчеловодство». Сегодня у нас 19 апреля. Мы уже сделали две стимулирующих подкормки с витаминами и с кобальтом, сиропчиком один к одному. И вот сегодня хотели уже сделать третью подкормку стимулирующую. Ну и вот такие вот нам выдает погода казусы. 19 апреля. Прекрасно. Снег. Будем встречать Новый год. Наверное, с пчелами. Да, готовим мы, готовим. Красим, хотим все пересадить. Не дает погода, ну никак нам. Утром был дождь, в обед солнце, потом опять дождь, потом снег. Короче, в этом году с погодой что-то не то. 2015 год. Это для дневника, скажем так. Ну, вот интересный казус природы. Наверное, такого еще не было никогда. Снег, да, такой вот снег идет. Крупный достаточно. Такой, что кто-то даже с градом похоже. Интересное явление погоды такое. Да, очень похож на град. В течение часа такой снег продолжится, то я думаю, нападает много. Да, травы 100% не будет видно. Ну, мы снимем видео. Если все-таки снег долго будет идти, то завтра покажем вам обязательно, если это будет точно, будет в связи с тем, что такие тучи тут снежные прям. Да, обложило сильно. Обложило хорошо. Наверное, будет это надолго. Вот и ожидали ранней. Ранняя весна. 23 февраля мы уже выкладывали видео об облете пчел. 23 февраля. Прошло, можно сказать, уже 2 месяца. Ожидали, что будет погода. Прекрасно, все замечательно будет. Получилось вот так вот. Прекрасно, замечательно. Рапса, как я уже говорил, в этом году нету. Будем собирать сады и одуванчик. Если они, конечно, будут с такой погодой. Вообще прекрасно. Вы уже заметили, что за 2 минуты сколько уже нападло снега. Все, вот такая вот погода 19 апреля. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Я думаю, больше таких казусов не повторится. Наверное, последнее сражение зимы. Спасибо вам, до свидания.